Ом намах Шивая. Харьом, дружище, слушай, давай мы продолжаем работать с квадратной пранаямой. Вот. Очень много вопросов возникает у тучных людей. Потому что у тучных людей вот такой пузик здесь, да, и когда он отпускает свой живот во время вдоха, у него сальник этот падает вниз, моментально повышается внутри грудное давление, кровь отхлынывает от головы, и человек практически теряет сознание. Поэтому при выполнении вдоха ты поддерживаешь вот так вот руками свое пузище. Понял? Поддерживаешь и делаешь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и отпускаешь на задыхе, понимаешь? Помогаешь опять 1, 2, 3, 4, 5, 6 Все, суньяку держи, вдох поддерживай, чтобы у тебя не было резкого опущения живота, чтобы ты не бросил его. Только ты бросаешь, у тебя моментально легкие опускаются вниз. Моментально они распрямляются и туда устремляются под давлением, просто закачивается туда венозная кровь. Из-за этого у тебя головокружение. Итак, если ты полный паренек, который ест, не знаю, что ты там ешь, Господи Боже мой, помогай себе, держи свое пузо, твое дыхание, вдох твой должен быть медленный. Запомни это. Медленный вдох, медленное опускание живота. 1, 2, 3 Хотя бы где-то на цифру 3, если мы работаем на 6. Очень важное условие. Поэтому, пожалуйста, схвати свои руки, оттяни пузо свое, я не знаю, где ты его наел там, понимаешь? И работай, продолжай работать пранаяму, поддерживая свой живот на вдохе и на выдохе. На кумбахе и на суньяке. Не трогай живот. Пусть он будет вот такой. Понял? Все, работай. Если ты будешь это делать, у тебя никогда не будет головокружений. Все, давай, вперед. И хватит пуза этом. Все, харю. Намасивая. Канакалингая, ведалингая, вейнама.